Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника «Алгебра 7 класс» автора Мельзяк, Полонский и Кир под номером 203. В некотором городе с любой станции метро можно проехать на любую другую станцию, возможно, с пересадками. Докажите, что существует станция, которую можно закрыть без права проезда через нее. И при этом с любой из оставшихся станций можно будет проехать на любую другую. Итак, запишем доказательства. Рассмотрим произвольную станцию А и наиболее удаленную от нее по количеству остановок станцию Д. Тогда маршрут максимальной длины, начинающийся на станции А, закончится на станции Д. И дальше пассажир не поедет. Значит, в случае закрытия станции Д, связь между станцией А и любой другой станцией сохранится. При этом связь между любыми другими станциями Б и С также сохранится, потому что между ними можно проехать по маршруту Б, А, С. Все, мы справились с задачей. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.